Очередной матч с Филадельфией. Полетели. Полетели. Погнали. Все под контролем. Ничего. Хорош, Маковой. Шикарен. Бросой! Бросой! Бросок! Не попал по шайбе, красавчик. Давай, убегай! Ну что такое-то? Пастернак! Маковой, Маршант. Все под контролем. Добраск. Круг. Просто набросики на ворота. Ну, это мы читаем. Также и наши защитники читают это все. Причем спокойно. Ну вот, бросок! Хорош. Хорош, хорош. Реально, его оставили одного. Круг спокойненько поразил ворота. Наш блядь станцует там. Маквейт мог сейчас забрасывать. Будет передача, надо, да? Хорошо. Бурмистров. Ух ты, щец! Это просто жесткие сейвы. На пятерочку просто. Всю стату нам слил наш основной голкипер. Была там около 7-2-1. Сейчас уже 5-4-1. Аккуратно. Где шайба? Белейский полетел. Белейский, бросай. Там угол был открыт. Эллиот. Эллиот, Эллиот, Эллиот. Тут уже основной это вопрос. Ну, с этим я полностью согласен. Ну, правда, мы все-таки меньше матчей отыгрываем в сезоне. Аккуратно.
Я, кстати, обещал, что в следующем НХЛке годный контент пилить. Поэтому в карьере за Сорокина... В карьере за вратаря будет по два матча в серии в нарезках, в довольно-таки интересных нарезках. Надеюсь, что получится то, что я пытаюсь в голове себе накрутить. О, ну красиво, красиво нас раскатали сейчас. 1-1. Я немножко не понял, знаете что? Почему Сорока сейчас ловушку не поднял? Ну, конечно, жестко в девятину прилетело, но все равно он мог поднять ловушку и засеять этот бросок. Окей, опять пропускаем 1-1. Дальше не пропустим 100%. Проворов. Ну возьми. Отдаем. Не боимся. Все хорошо. Все под контролем. Бросай. Есть. 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 Я уже шайбу в воротах увидел даже в тот момент, когда она просто от Эллиота отскочила. Я уже ее видел там за ленточкой. Кстати, завтра же событие. Уфа стартует в Лиге Европы. Будем болеть. Ворочек. Удаление. Да ладно. Все нормально. За блокировку. За атаку игрока не владеющего шайбой. Или как там, за блокировку. Ворочек. А против кого играют? Нам, сейчас скажу. Там на Д как-то клуб называется. Дом Жали. Какой-то клуб, я его даже не знаю. Дом Жали называется. Получается... 7. Ой, 5 по МСК. 7 по моему. Равный игра, кстати. Мы еще в меньшинстве пока, поэтому нужно опасаться. Аккуратно. Ну, сорян. Все-таки ворочек забрасывает свою шайбу. Блин, а как она залетела? Покажите повтор, пожалуйста.
Он ее подбросил, понял. Единственный клуб, который не починил стадион по деньгам. Почему? Ростов просто будет... А что будет с новым стадионом? Я просто слышал о том, что Ростов начнет на старой арене из-за того, что так как права принадлежат FIFA, там нужно документы переоформлять именно из-за этого. Здорово, банан! Здорово, Сэн! Добро пожаловать в берлогу, банан 228007. Добро пожаловать. Да я буду рад даже, чтобы играли на новых стадионах. Только вот в Волгограде нафиг он нужен, конечно. Чика-чика-чика-чика. Ротор неплохая команда. Да Уралец тоже неплохая команда. Могли бы и в Тагиле тогда стадион построить. Чика-чика-чика-чика. Па-п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 а
Да не, я же ничего плохого не имею, я шучу. Аккуратно. Как дела? Да вроде все хорошо. Пока выигрываем. Предыдущий матч даже неплохо отыграли. Этот матч что-то нам залетает все, что возможно. Хорош. Спунер. Есть бросок. Аккуратно. Пас отдай, вот, и бросай. Хорошо, сейвим. Я говорю, что Юла это такая партнерка сейчас, что вообще ничего не делает. Вот, я вспоминаю... Виспи... Я вспоминаю, что такое VSP. Они помогали хоть чем-то там. Не знаю, что-то новое рассказывали там, еще что-то. А Юла каждый раз одно и то же. Ничего интересного не происходит вообще в партнерке. 4-2. Что мне сделать, чтобы выигрывать? Вроде все делают то же самое, что и делал. Да что за дичь? Я не вставал!
Я выкатывался на него, но не вставал. Какого фига я приподнялся-то, и он туда в домик закатил. Мать моя женщина, а? Да господи. Не, это понятно, что какой придурок будет писать, приходите на Twitch. Какой придурок? Я же пишу, там, например, Илюха Сорокин и... Там, что я еще пишу? А, и ссылочку в описании делаю на Twitch, и все. За ссылочки в описании не банят, я в этом уверен. Удаление. Удаление. Просто выброси, пожалуйста. Просто выброси подальше, спасибо. Спасибо. Ну, только это понятно было и тупому, что такое нельзя писать. Ай-яй-яй-яй, наша шайба. Хорошо. Здорово, Азгеймчик, братулька, привет. Как Новосибирск стоит? Раньше можно было. Так понятно, что раньше можно было, но я бы все равно не писал. Вчера пыл, сегодня стоит. О, Кира Аята, братулька, привет! Привет! Как жизнь молодая! Ворочек. Илюха, полностью с собой согласен. Я могу сказать одно, что если бы Twitch... Блин, еще одно удаление. Если бы Twitch сделал возможность выкладывать игровые ролики, как YouTube, ну, имел бы большие сервера, то я уверен, что все, кто занимается игровой деятельностью, ушли бы с YouTube. Я в этом уверен на 500%. А Сорокин и так тащил, только в этом матче почему-то косячит. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Акира Аята, ты подписан на мой канал? Зафоловлен ли ты? Поставил ли галочку оповещения о стримах или нет? Теперь не будет. На недельку у своих живу. А до этого жил где? Не у своих? У чужих? Это из фильма «Чужой», да?
YouTube это такая дичь. Еще раз повторюсь, это просто жесть. Зафоловился. Ну все, тогда все, больше не обижаю тебя. Вот рано. Блин, так у нас еще и 4 минуты удаления. Я просто не знал, что ты в Питере жил раньше. Last Game, ты-то понятно. Я знаю, кто не подписан. Не подписан этот, как его? Денис Чумаков. Провокация! И как в Словакии живется? Акера. Тихо. Наша шайба. Да, Забакина играл в прошлой карьере за Филадельфию. Не худо. Ну, круто. Патрик, где Спанч Боб? Жестко. Надо было перед ним лечь вот так вот, упасть, как в буллитах, и было бы все замечательно. Кутюрье, блин, гребаный. О, меня поменяли. Да ладно. Спасибо. Я этому очень рад. Спасибо.